Что делать, если у вас зарплата в городе маленькая? Надо ехать в Москву. В охране вся сила. И отправился в Московскую область в охрану на КПП. Сразу сходу питание за свой счет отдыхали на втором этаже. Мне дали рацию, я охранял угольный завод. Моя задача была запускать и выпускать КАМАЗы и помечать номера в тетрадку. За место шлагбаума там была нитка. Мы ее протянули в кабинку, чтобы лишний раз не выходить на улицу. Там был компьютер, там был интернет, там можно поиграть в игры. Я работал в ночную смену, обход каждые 2 часа надо было делать, и тишина, автомобилей было мало. Проблема была только с едой, потому что экономили на продуктах, а денег не было. Готовили в рабочее время прямо на месте. Работали чуть больше 12, был сменщик, работа мечты. Естественно, в интернете при начальстве нельзя было сидеть. Надо было наблюдать за камерами. Я пропустил КАМАЗ, не посмотрев, кто это, и меня штрафанули на 10 тысяч. За месяц я заработал всего лишь 20 тысяч.